«Солнечный балкон» – так в переводе звучит название швейцарского города Кран-Монтана. И не случайно. Приехав сюда, вы в первую очередь обратите внимание на то, что все вокруг буквально залито солнцем. Кран-Монтана – самое солнечное место в Европе и один из самых крупных горнолыжных курортов Швейцарии. Его называют современным ски-мегаполисом. С общепринятым понятием мегаполиса этот город не имеет ничего общего. Вместо старинных зданий, перемежающихся небоскребами, здесь простая современная архитектура. Выполненные в дереве отели и незамысловатые здания-коробки гармонично вписываются в высокогорный пейзаж. Ну и, конечно, воздух. Никакой загазованности, пыли и прочих неприятностей. Курорт расположен на 1500 метров над уровнем моря, на естественном 5-километровом плато. Так что в этом мегаполисе чистейший горный воздух, который к тому же только улучшают шикарные хвойные леса. Местный климат считается уникальным, альпийским и средиземноморским одновременно. От холодных северных ветров город защищен мощным горным хребтом. Кран-Монтана – великовозрастный курорт. Первый отель здесь был открыт еще в конце 19 века для отдыха европейской знати. И не случайно. Именно в этом местечке открывается вид на величайшие вершины Альп – Монблан и Маттерхорн. А уже с начала 20 века начинаются соревнования по скоростному спуску. Здесь состоялись первые официальные альпийские лыжные гонки. В нынешнем году этому историческому событию исполняется ровно 100 лет. Сегодня курорт продолжает привлекать внимание и профессиональных лыжников, и любителей. Для катания в Кран-Монтана открыты 50 трасс, 20 из которых предназначены для начинающих. Обучение этому спорту – занятие нелегкое, но веселое. Каждый день сюда приезжают новички, и многие начинают кататься на лыжах именно здесь. Чтобы стать профессионалом, нужно много тренироваться. Но для удовольствия достаточно одной недели, и вы сможете спускаться со всех склонов. Это не так сложно. Для лыжников, которые пока в себе не совсем уверены, местные трассы подходят как нельзя лучше. Они широкие и не слишком сложные. Учиться премудростям катания на горных лыжах можно с самого маленького возраста. Как и в любом спорте, чем раньше начнешь, тем больше успехи сделаешь. А потому на курорте работает не только горнолыжная школа, а даже горнолыжный детский сад, куда принимают детей от 3 лет. Впрочем, если в этом возрасте вам не довелось узнать, что такое крутые спуски по заснеженным склонам, начинать никогда не поздно. Непродуваемая куртка, теплые штаны, ботинки по размеру и, собственно, лыжи. Если этого обмундирования у вас нет, всегда можно взять его на прокат. Ну и плюс к этому, конечно, вещи, которые в магазинах не купишь. Это смелость и вера в себя. Оценили свои силы и вперед, а точнее вверх, на трассы. Падений и синяков поначалу вряд ли удастся избежать, но чтобы их было как можно меньше, лучше довериться инструктору. Местные преподаватели лыжных премудростей в 2 счета научат вас уверенно спускаться по тренировочной трассе и даже подниматься в гору. Уже через час приятная усталость в ногах и улыбка на лице вам гарантированы. Сначала было ужасно страшно, я думала, что никогда в жизни просто не поеду. Но потом прошло, наверное, минут 5, стало уже не так страшно. Прошло минут 10, я уже начала ездить. А потом час как-то очень быстро кончился, и хочется даже еще пойти покататься. Видавших виды лыжников местные трассы тоже не разочаруют. Перепад высот в зоне катания в Кран-Монтане от 1500 до 3000 метров. Большая часть склонов южная. Здесь можно одновременно наслаждаться катанием и созерцать великолепные пейзажи долины Рон. Специалистов наверняка заинтересует красный 12-километровый спуск. А для экстремалов ледник Пленморт предлагает богатый выбор целинных спусков. Езда вне трассы по свежевыпавшему целинному снегу требует большой концентрации внимания и безупречного чувства равновесия. Это про вас? Тогда такой спуск доставит вам истинное наслаждение. После интенсивных нагрузок на горных трассах хочется расслабиться. Снять мышечное напряжение и привести в порядок слегка обветренную кожу помогут спа-процедуры. В Кран-Монтана даже самый искушенный ценитель спа останется доволен. Свой спа-салон есть практически в каждом отеле. Друг другу они не уступают. Выделить из многообразия салонов какой-то один крайне сложно. У каждого помещения для спа-процедур свой оригинальный дизайн. В приоритете натуральные материалы – дерево, камень, живые цветы. Такая экологичность интерьеров помогает почувствовать себя в гармонии с природой и настраивает на спокойный лад. Один из примеров природного дизайна – оздоровительный комплекс отеля «Гаурда Гольф». Он вмонтирован в стену настоящей скалы. Раскинувшийся на 600 метрах спа-салон
Это не просто центр красоты и здоровья. Это центр особой философии и нового подхода к достижению физического и душевного комфорта. Интерьер, выполненный в камне и стекле, вполне гармонирует с природой Швейцарии, где слепящая белизна снега сочетается со сдержанными тонами скал и деревьев. Шероховатые поверхности стен и приглушенный свет расслабляют глаза, а умелые руки мастера помогут вашему телу обрести легкость. В выборе косметики салон тоже опирается на натуральные компоненты. В космических процедурах здесь используют эксклюзивные крема и скрабы, изготовленные из природных ингредиентов. Например, серия средств от клиники Ива Питанги уже на протяжении 40 лет служит мировым эталоном в области эстетической хирургии, помогает продлить молодость и красоту. После посещения кабинетов красоты можно побаловать себя водными процедурами. На территории центра расположен крытый подогреваемый бассейн, джакузи, сауна, хамам и другие прелести для любителей целебных свойств воды. Итак, силы восстановлены, а значит, можно смело покорять все новые вершины. После знакомства с горным мегаполисом вполне разумно окунуться в самобытной Швейцарии. Если вы хотите почувствовать весь колорит этой удивительной страны, отправляйтесь в Лейкербад. Этот знаменитый курорт сумел сохранить облик типичной альпийской деревушки. По местной архитектуре можно составить представление об истории страны. Незамысловатые деревянные постройки, тщательно ухоженные дворики повествуют о том времени, когда Швейцария еще не была всемирно известной курортной страной. Старинные деревянные избы дошли до наших дней в идеальном состоянии. Узкие средневековые улочки сохранены почти в первозданном виде. Историки утверждают, это все потому, что Швейцария давно объявила официальный нейтралитет. Он позволил избежать разрушительных последствий войн, бушевавших в Европе, и сохранить уникальную древнюю архитектуру. Впрочем, самобытность окружающей обстановки и близость гор далеко не единственное, что привлекает туристов в городе Лейкербад. Самая главная достопримечательность этого курорта – термальные источники. Подземная вода проходит через массив Торрент и вырывается наружу несколькими ключами. Сейчас мы стоим возле самого крупного источника, который называется Сан-Лоренс. Он находится прямо там внизу. Этот источник каждую минуту дает 900 литров воды с температурой 51 градус. Сегодня стихия подчинена человеку. Потоки направлены в 22 бассейна. Эти резервуары с горячей целебной водой обеспечили городку Лейкербад одно из ведущих мест среди бальнеологических курортов мира. О лечебных качествах термальных вод стало известно еще в начале 14 века. По некоторым данным, именно местные источники – одни из самых древних в Альпах. В них купались и лечились еще римские легионеры. С 15 века воды начинают широко применяться в лечебных целях, и постепенно такое купание превращается в целую индустрию. В начале прошлого столетия появляются первые отели, начинают возводить термальные комплексы. Целебные свойства воды продолжают изучать. В ней обнаруживают кальций, магний, цинк и еще с десяток необходимых для организма человека веществ. Если поначалу в источниках в основном отмачивали расстроенные нервы и ноющие суставы, то теперь список заболеваний, от которых спасают воды, значительно расширился. Учеными доказано, что пребывание в горячих источниках полезно при сбоях сердечной деятельности, болезнях легких, нарушениях опорно-двигательного аппарата. Воды помогают восстановиться после травм и операций. На базе местных бассейнов работает всемирно известная клиника для спортсменов. Кстати, находиться в подземной воде в ее первозданном виде довольно-таки тяжело. Изначально ее температура больше 50 градусов Цельсия. Такое выдержит не каждый. А потому, прежде чем поступить в бассейны, живительная влага охлаждается. И организму легче, и отдых разнообразнее. В Лейкербаде расположен самый большой в Европе термальный центр Бургербад. Он представляет собой комплекс из 12 бассейнов, различных по размерам и температуре. Разогревшись в естественной 40-градусной сауне, вы можете ощутить приятную прохладу в бассейне с температурой 28 градусов. Чтобы оздоровление не было скучным, бассейны снабжены джакузи различными душами. Удовольствие клиента здесь первостепенная задача. Любого желающего обучат, как правильно греться, охлаждаться, какие процедуры и в какой последовательности принимать. Наскучили бассейны? Добро пожаловать в знаменитые римские бани. Место, которое раньше считалось особым наслаждением высших слоев общества, теперь доступно многим. Древние римляне из посещения бани делали настоящий культ. Омовение сочеталось с чтением стихов, ведением бесед и рисованием. По соседству с парилками даже строили небольшие библиотеки.
В современных римских банях книги и краски не встретишь. Но в остальном, если что-то и изменилось, то только в лучшую сторону. Традиционные атрибуты парилок несколько модернизированы и вполне вписываются в нынешнее представление об удобстве и комфорте. Все водные комплексы Лейкербада ежедневно потребляют до 4 миллионов литров горячей природной воды. В ней оздоравливаются тысячи людей. Термальные воды Лейкербада – это особая среда, особый мир и особая романтика. В них можно купаться ночью, глядя в звездное небо. Или смотреть любимый фильм на широком экране местного кинотеатра. В них можно встречать рассвет с бокалом шампанского во время удивительного завтрака, который не оставит равнодушным даже самого взыскательного туриста. Завтраки, обеды и ужины в Швейцарии – тема для отдельного разговора. Местная кухня – симбиоз традиционных рецептов многих народов, проживающих в стране. Особенно большое влияние оказали французские, итальянские и немецкие кулинарные обычаи. Наличие стольких предшественников делает швейцарскую кухню разнообразной и очень вкусной. В местных ресторанах вы встретите и знаменитый раклет, и аппетитные сосиски, и всевозможные пасты. Главная отличительная особенность – это обилие сыра, а также мясо с многочисленными приправами. В Лейкербаде все это обилие вкуса можно найти в ресторане «Вальдхаус». Его шеф-повар Гарольд Беккер-Грихтинг буквально вкладывает душу в каждое свое блюдо. По просьбе съемочной группы из России Гарольд согласился научить премудростям приготовления тартара – блюдо из сырого мяса, столь любимого французами. Нам понадобится мясо, говяжья вырезка, мы нарезаем ее маленькими ломтиками. You can like it, the onions, the cibulet and the cornichons in. Вы можете положить лук, каперсы и корнишоны в тартар. Немного перца, паприки, немного горчицы, кетчупа и табаско. Все, что я вижу, я должна положить в тартар и перемешать. Да, и перемешать. Такая сноровка требует года тренировок. У себя на кухне Гарольд словно дирижер в оркестровой яме. Взмах руки, и вот уже все вокруг подчинено одной мелодии. Блюдо мало приготовить, его важно правильно и красиво оформить. В подаче еды, уверен шеф-повар, главное – креативность. Смелые идеи на этой кухне приветствуются. И, как видно, не зря. Ресторан «Вальдхаус» входит в список лучших ресторанов Швейцарии. Обычные тренировки изнуряют, но не приносят желаемого результата? Теперь есть «Бодиформинг» – инновационные центры моделирования тела с применением технологии миостимуляции. 40 минут тренировки равны 4 часам в фитнес-зале. Результат заметен уже через месяц. Килограммы уходят, а мышцы укрепляются. Метод «Бодиформинг» подходит всем, даже кормящим мамам, пожилым людям, спортсменам для восстановления после травм и переломов. «Бодиформинг» – быстрый и приятный путь к красоте и здоровью.